Знаешь, и так как она разобралась... И показывай-ка, собирается. Давай, показывай, показывай. Никому не надо показывать. Что-то. Хорошо. Это будут это самое разбирать. Это будут разбирать форсунку? Каждый будет разбирать форсунку. Так вот в том-то дело, если будет видео, они не будут разбирать форсунку, понимаешь? Не надо, не знаю. Нет, нет, надо, надо. Большой нужды нет. Ты недооценил. Что это вообще за деталь? Форсунка. А это смотри, при обтяжке, если замок, понимаешь, может встать двояк. Вот может встать, вот видишь, что-то, не, ну, практически, вот может встать, лезет, понимаешь, а затянешь, и может встать, не лезет. Я так подумал, но стучать по краю хреново как-то, понимаешь, как-то нифига не фэншуй, понимаешь. Ставить ее на торец тоже нехорошо, понимаешь, то есть можно вот так вот делать. То есть это чисто. Как кручу-верчу, да, так? Да. Кручу-верчу, что-то там хочу. А колечко? Запор на все. Лишняя деталь. Специальный человек ставит колечко потом. Да. Специально обученная женщина. Ой, он опять с ней что-то...